Небольшой тур по нашей квартире. Это наша гостиная. Потрясающая и, кстати, очень большая. Также тут есть два выхода. Один из них на кухню. Привет, мам! Тут наша кухня. Потрясающая. Я не знаю, будет ли у нас когда-нибудь что-нибудь в холодильнике. У нас есть еда. Это наша? Офигеть, спасибо. У нас реально есть еда, это не ложь? Давай. Также у нас вот тут комната, так. Вот тут Дима, это тоже часть нашего дома. Тут у нас Катя Ванышева комната. Тут у нас, кстати, еще там ванна есть, прикиньте. У нас, по-моему, три... О, привет! Три вроде душевых. Тут очень холодная комната, если честно. Привет! Здрасте. Сейчас, подожди. Тут комната Наташи и Ксюши, но живут тут все. И пока что это основная комната переезда. О, господи, у Тины был самый большой чемодан. Вот, вот потрясающий мраморный туалет. Но я шучу. Это так, пластмасс. Но посмотрите, какое тут зеркало и розовый фон на футболочке. Вот, и сейчас я вам покажу свою комнату. Ну что? И, конечно... Конечно же, моя комната. Там-тарадам-там-там-там-там-там-там-дрын-дын-дим. У меня очень много шкафов, но самый секрет в том, что это не шкаф, это выход. Поэтому, если что-то, кто-то меня захочет украсть, не переживайте, я убегу самая первая. Пока!